Сегодня, 6 февраля 2019 года, сотрудники специализированного взвода ГИБДД МВД России по Тверской области остановили на 55-м километре автодороги Тверь-Бежецк заказной автобус, который осуществлял перевозку по маршруту Максатиха-Тверь. У водителя имелись признаки опьянения, а именно запах алкоголя изо рта. При прохождении освидетельствования на месте в патрульном автомобиле алкотестер показал результат 0,2 мг на литр этанола выдыхаемого воздуха. Иван Михайлович, вы вчера употребляли алкоголь? Честно, да, употреблял. Употребляли. А сегодня вы как доктор проходили? Да как, я чувствую себя вообще нормально. Ну а доктор, вы как проходили медицинского работника? Так, проходил как положено. Как? Ну как, пришел, давление померили, посмотрела на меня. Что еще? Нюхала. И что? Ну, все нормально было. А выпивали вы вчера за ужином или за когда? За ужином, да, за ужином. Много выпивали-то? Грамм 150 я выпил. Грамм 150. Водки. Где проходили медик? Там же на работе у нас проходим. Адрес? Коминтерн 99-1. Можете еще раз, пожалуйста, сказать, то есть вы не употребляли алкоголь? Я алкоголь не употреблял. Понятно. А почему от вас пахнет алкоголем? Я не могу сказать. Ну, то есть вы употребляли медицинские какие-то препараты? Сегодня я никаких препаратов не употреблял. А вчера? Тоже нет. Откуда из Твери вы рейс осуществляли? Я ехал из Максатихи в Тверь. А в Максатиху откуда вы? Из Твери. Из Твери откуда именно? Автовокзал? Турист? От туриста. От туриста.